В общем, решили больше не бомжевать. Доброе утро. Сегодня мы будем спать в отеле. Ура, товарищи, наконец-то я почувствую себя отдыхающим. А сейчас самое утро, нас еще не заселяют. Мы идем в сторону моря и... Мы хотим кушать, завтракать. И позавтракать 100% необходимо. Так что вот, сегодня покакаем. Ура! Зашли в столовую недалеко от моря относительно. В общем, Геленджик. И порядок цен вот такой. В общем, пока нас все радует в Геленджике, наконец-то у нас какое-то настроение появляется. Прямо сейчас мы пойдем искупнемся, посмотрим, как здесь с морем дела. Если с морем все хорошо, то, возможно, мы здесь останемся на пару-тройку дней. Угу. Потому что отель, в принципе, у нас тоже дешевый. Там, правда, номер будет, ну, вы посмеетесь скоро совсем. Наконец-то у меня настроение. Вы чувствуете, да, сразу же, все равно, когда у Паши Насти появляется настроение? Потому что до этого-то мы вообще ехали, и все, вот это вот. Усталость адская, и настроение никакое было. А сейчас кайф. Так нет, ну смотрите, как здесь красиво. И вспомните, как мы где были, получается, вчера, и как это было ужасно вчера. Угу. Какое ужасное видео, какие у нас эмоции были, это вообще. Сейчас покажем, пройдемся где-нибудь. Ну, кажется, Сочи должно быть получше, да? Ну, мы ждем Сочи, да. Идем. Мне кажется, там будет еще круче. Но здесь, я думаю, мы побудем некоторое время. В принципе, тут неплохо купаться, загорать. И недорого. Все, устала. Жизнь богатая, почти быстрее. Знаешь? Пришли посмотреть на богатых. Тут вон у них бассейны. Охрана на входе. Вот так вот. Не кухры-мухры. У нас тоже бассейн есть, сейчас покажем, да? Даже, может, чистый. Только что отель элитный, который вам показывали. Настя на него цены сейчас посмотрела. Там одна ночь стоит 35 тысяч рублей. Да ладно. 35 900. У нас остался всего один номер. Я не деньги. Я не знаю. Друзья, если кто-то знает цену деньгам, я не думаю, что вот это вот для вас адекватные цифры были. Не, ну если бы... Не, если где-то присосаться в России к чему-то, да? То как бы насрать, можно и за такие деньги, да, ходить? Конечно. Но если вы хотите кучу денег истратить, то, конечно, нужно ехать за границу. Если хотите немножко, но можно, как мы, конечно, мы тут один день в машине, второй день, но это не отдых тоже. Короче, я не знаю, посмотрим, что у нас будет дальше. Ну, кстати, в машине мы уже можем спать, если что. Да? Все, мы уже натренировались. Все, на сейчас нагулялись. Нам позвонили, номер у нас готов. Поднимаемся вверх и идем. Ага. А вечером сходим, нагуляемся. Детки, бабки попеть будут. Че? Что? Сколько он стоит? Миллион, наверное. Фламинго, фламинго, все, иди домой. Ну что, готовы видеть наш номер? А? Объемы какие? Вот так вот. Вообще. Сколько места? Идешь, думаешь? Острый. В шифонере можно еще что-нибудь? Спать. Спать. Куда попёрлась? Настя снова учится нырять щучкой. Давай. Бульк. Я обгорел. Майка.
Майки. Я вам говорил, что здесь солнце адское. Видосик загружаю. Загружается очень долго, медленно. Через Wi-Fi. Пришлось через LTE, через телефон. Вроде быстрее пошло, но... С выкладыванием видео тяжело. Вот и вышли мы к морю. Смотрите, как выглядит сейчас. Все засветилось, ничего не темно. Везде какие-то аттракционы, везде еще какие-то забавы. В принципе, в Геленджике неплохо на самом деле, да? Что тебе здесь понравилось? Здесь как-то чисто, что ли, уютно. И здесь много растений, есть пешеходная улица, где погулять. Также пляж, в принципе, хороший пляж. Тут есть и галька на выбор, и песок. Вот мы сейчас на песке стоим. Вот. Не знаю, что сказать. Конечно, людей очень много. Надо место занимать. Приходить в 6 утра, наверное. С местом. А так... И то вокруг тебя облепят, и тебе будет некомфортно. Да, много очень короче, людей. Короче, некомфортно из-за людей, но тут хотя бы симпатично, в отличие от того места, где мы были вчера. Но, кстати, вот очень дорого вообще на все, даже... Те же самые фрукты. Мы пришли в магазин, и даже в магните тут очень много дороже, чем у нас в Перми стоят фрукты. Наша комната, Настя говорит, маленькая, я говорю, ну, мы считайте, мы находимся достаточно далеко от моря. У нас четкая комнатка, ладно, хоть отель нормальный. Это было основным приоритетом, чтобы было цивильно. Комната-то на сайт пришел, поспал. Но даже это все стоит 1500 за ночь. Вообще ни за что. А ближний, получается, к морю мы заходили, там дешевле 5000. Угу, и тоже ни за что. Ни за что вообще. Ах, сезон. Спрашивается, стоит ли это все того, чтобы тратить это все деньги. И тут ответ явный нет. Но... Не езжайте вообще сюда, ни в коем случае. Ладно, завтра мы уезжаем в Сочи. А на сегодня все, мы устали и будем сейчас спать. Всем пока-пока.